Чемоданы почти собраны. Сегодня мы едем в Кахети. По дороге заедем в город любви. И еще, наверное, какие-то пару красивых мест. Georgia. Georgia. Скажу, что здесь пекут грузинский хлеб. Сейчас мы это посмотрим. О, ничего себе. Посмотри, как они прилеплены. И руками лепят. Это вот такие лепешки, как нам в ресторане приносят, да? Остановились возле красивой панорамы Сигнаги, если я правильно помню, город любви. И вот центральный хребет Кавказских гор. Да. И вот как это все выглядит. Находимся в том самом городе любви. Есть у Аллы Борисовны такая песня про жил-был художник один. Про миллион алых роз. И про миллион алых роз. Так вот, это происходило здесь. Здесь был этот знаменитый художник. Имя у него грузинское, поэтому мы, к сожалению, не запомнили. Он жил здесь, и какой-то актрисе, которое имя мы тоже не запомнили, к сожалению, подарил миллион алых роз. Да, зато все знают, кто пел эту песню. Что-то у меня дыхалка быстро сдала. Приехали на винный завод. Вино у нас болеет немножко. Говори, маме. Захворала. Но сейчас будем лечиться вином. А что, все уже назад? Да. Ну, в общем, вот такой вот небольшой завод. Без косточек, без кожуры, без веточек попадает вот в эту емкость. Эти емкости называются танки. Если это личное брожение, от 3 до 5 дней. Сколько литров бочки? 15 тысяч. Это проверенная информация? Абсолютно.
Рабочее давление 0. До этого мы видели советское техника. То есть всю аппаратуру. А сейчас видим итальянский. Красиво, блестит. Пойдемте, надо бухаться. Пойдемте. Прошел второй час дегустации. Очень вкусно. Это 5-летние выдержки коньяк Марители. Коньяк это винный дистиллят, 7 литров хорошего молодого белого вина Марители. Дистиллируется 1 литр коньячного спирта. Я показывала вам. Коньяк. Коньяк это как бренд, да? Жмых дословно переводится. Чача. Жмых. То, что остается. Виноград. Чача пьется золотом. Вот это все. Залпом сказал. Оливия, ты будешь залпом? Тогда будут две пьяные. Ну, чача пьется уже просто ради алкогольного опьянения. Никаких ноток уже. Чувствуете, как децибелы поднялись за последние полчаса? Ну все, пора на пианино играть. Ну ладно. Дерзкая. Вино? Нет, вполне норм. Я на самом деле понимаю, почему чачу принесли после вина, потому что после чачи ты уже не чувствуешь ноток. Надо немножко пояснить это дерево. Ему 900 лет, и надо его потрогать и загадать желание.
и все обязательно сбудется. Обязательно. Да. Женя, расскажи о своих впечатлениях. Наишикарнейший, красивейший, экстра-мега-ультра-вид. Просто нереально. Это вот, короче, главный хребет Кавказских гор. 3500 километров где-то высота. Неважно, какая высота. Это просто нереальная красота. И у нас тут балкон. Вот балкончик, выход из комнаты, выход из общей комнаты. И очень уютненько, красивенько. Уже поздний вечер, гор уже не видно. Там за окном ребята сейчас внизу кушают еще. Я сходил за камерой. И, в общем, грузинское гостеприимство, оно, конечно, шикарное. Они принимают как родных, как своих родственников. Они рады, они рассказывают истории, они накрывают на стол. Еда очень вкусная. Я, это все настолько поднимает настроение. И это так уютно. Это действительно, как вот рассказывают, так оно и есть. Вот эти вот цветочки, я не знаю, что это такое, не уверен, видно ли, но пахнет просто восхитительно. Аромат такой сочный, прям в воздухе летает. И ночь теплая, такая южная ночь, у нас мы вылетали, был снег, а здесь очень тепло, уютно. Это видео, да? Да. О, как хорошо. Снимаем. Прекрасно. Я могу сказать, что вот кто бы ни был из Литвы здесь, всегда мы так дружно вот так беседуем всегда, и толсты, и все. Просто вот как-то барьер они здесь делали. Пробить барьер. А есть люди сразу, как это, как будто уже 100 лет знают. Да. Варгина соли, вот такие люди нравятся. А так держат, как будто понимаешь их ловать. Он говорит, вот так, тебе с инструментом испортит.